Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как желание измениться. Есть ли оно у вас? У большинства людей есть желание изменить что-либо. Скажем, свое материальное положение, свой социальный статус, свое образование, здоровье, жилищные условия, желание изменить что-то в своей жизни и поменять, скажем, автомобиль, место проживания, свою внешность. Но нету главного, нету желания изменить самого себя. И если этого нет, то тогда изменения происходят с большими разочарованиями и в неправильном направлении. Мир изменить возможно только Богу. А человеку необходимо менять самого себя и свое отношение к этому миру. И это очень тяжело сделать. Поэтому большинство людей недовольны кем-либо, чем-либо. Многие люди недовольны самим собой, но они не хотят изменяться. Вот почему пристрастия остаются в жизни этих людей. Они не могут бросить курить, не могут избавиться от наркотиков, от лени, от блуда, от воровства, от криминальных разных наклонностей. И поэтому мир не меняется для них, как и они в этом мире. И Бог живой, Он не делает часто насилия, не проявляет над человеком и насильно не меняет его. И поэтому люди живут всю свою жизнь со своими вредными привычками, со своими страстями, и освобождения от этого не получают. И поэтому желание изменить самого себя – это ключ ко всему. И тогда человек решает это, он обращается к живому Богу молитвенно и просит Ему помочь. И одно дело – это решение самого человека, а другое дело – это помощь Божья, и когда они объединяются – тогда происходит изменение личности. И человек как бы заново рождается духовно и иногда физически. Изменить самого себя. Да, это трудно. Попробуйте поголодать, скажем, неделю, 10 дней, и вы убедитесь в этом. Но другого пути для улучшения нашей жизни – как духовной, так и физической, просто не существует. Просуждайте на тему «Желание измениться». А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.